Телеканал НТС дарит подарки за добрые дела. Накануне своего 25-летнего юбилея независимое телевидение Севастополя объявляет акцию и приглашает к участию всех жителей нашего города. Вот уже 25 лет мы каждый день выходим в эфир, чтобы рассказать вам о главных событиях в Севастополе. Вместе с нашими зрителями мы переживали как сложные периоды, так и самые яркие моменты истории нашего города. В свой праздник мы решили вместе с вами сделать подарки любимому Севастополю. Принять участие в акции «25 добрых дел» может каждый желающий. Для этого вам нужно совершить любой добрый поступок. Неважно, насколько масштабным он будет, главное – от чистого сердца. Снимите его на фото или видео и разместите в своем Instagram в формате поста или сторис. Поставьте хэштег «Добрые дела НТС» и отметьте наш аккаунт «НТС_новости». Присоединиться к акции вы можете как лично, так и в компании друзей, семьи или коллег. Мы с удовольствием будем делиться вашими добрыми делами в эфире телеканала НТС и в своих социальных сетях. А 13 декабря, в день рождения независимого телевидения Севастополя, мы подведем итоги. Наша команда выберет 25 победителей. Еще нескольких мы определим на основе отзывов зрителей. Все они получат ценные призы от наших друзей, севастопольских и крымских производителей. Завод «Вива» приготовил для вас наборы натурального масла из виноградных косточек. Бренд «Скайши» порадует победителей наборами инновационной натуральной косметики. Севастопольский производитель искусственных елей и новогодних декораций «Макс Крисмас» за совершенные добрые дела презентует символ Нового года. Также победители акции получат подарочные сертификаты от марки одежды «Попилов Яхтин». Севастопольский кондитер Юлия Шаплыкова создаст удивительную пряничную композицию на новогоднюю тематику. Декоратор-озеленитель Виктория Горбунова подарит модную деталь интерьера – картину из стабилизированного мха. Творческая мастерская Magic Light подготовила для наших телезрителей набор для творчества «Новогодние мечты», а также авторскую свечу. Семейная мастерская «Лобзик» презентует хлебницу ручной работы из бука. Художник резин-арт Ольга Киселева за доброе дело подарит необычную кухонную доску из эпоксидной смолы. Мастерская домашнего уюта Livingstone Decor подготовила для севастопольцев несколько авторских кашпо – соты. Художник Driftwood Art Мила Кравченко презентует набор необычных новогодних игрушек из древесины, обточенной морем. Крымский производитель натурального варенья «Вкусно Крым» подготовил наборы запеченного варенья и морской соли со специями. Ждем ваши фото и видео. Давайте вместе сделаем наш город добрее.